Попробовала нано-пензу, и это вообще класс. Просто супер. Мне так понравилось. На сухую кожу, да, на сухую, она шлифует изумительно. Просто изумительно, девчонки. Если считаете, что дорого на Фаберлик, попробуйте где-нибудь на маркетплейсах такую. Я теперь лопаточки все и пензы выкидываю, потому что действительно круто. Пошлифовала на сухую, намазала кремчиком, и красота вообще. Гладкие пяточки имею, думаю, любимые, да? Она здесь такая покрывается белым налетом на коже вот этой, которую вы спиливаете, да, я сполоснула ее под водой, просто просушила, все, она готова дальше к использованию. Мне очень понравилось, я довольна результатом на все 100%. Вообще супер. Это вот то, что надо было, то, что доктор прописал, потому что с маленьким ребенком не всегда очень удобно сидеть в ванной, распаривать ножки, как у меня есть ваночка для ног, я ей пользуюсь иногда, и потом, ну, вот обычной пилочкой, которая на мокрую вот это все делает. А вот это удобно вообще в любое время, села такая, шлифанула, все отлично. Так, сейчас мы с вами будем маску делать. Я решила начать с Beauty Lab, да, с вот этой, с классической. Артикул 1044, гелевая экспресс маска для лица, лифтинг и сияние. Результат гладкая увлажненная сияющая кожа, морщинки заметно меньше. Посмотрим. Так, меры предоспора. Ну что, надели, 20-25 минут поносили. Красота, блин, 20-25, даже много, слушайте. Сейчас одену ее, посмотрим с вами по лекалу. Ну, потом, конечно, по результату. Вообще, какое-то несуразное лекало. Даже не в плане там того, что оно узкое, только до сюда, с двух сторон, да? То есть еще с каждой стороны сантиметра 2,5-3 нужно. Не то, что оно длинное и заходит на волосы, вот эти рога еще по бокам. Это, наверное, они нам нужны, я не знаю, верхний слой этой маски снимается, девчонки? Потому что она получается двуслойная. Да, верхний слой снимается. То есть вот я сейчас два слоя на лицо одела. Наверное, вот за этот рог нам нужно ее с вами снять. Это не очень удобно делать одной рукой, сейчас попробую. Я вам скажу больше, это не очень удобно и делать и двумя руками. Зачем так все усложнять? Ее теперь все равно приходится поправлять заново. Узкая. Она достаточно плотная, она действительно гелевая. То есть вот эта вот штука вторая, да, второй слой, он гелевый. Нос вообще огнище, куда тебя деть? Это такой, видите, прям гель. Плотненький. Но размеры не впечатляют. То есть на длинное узкое лицо рассчитаны маски, девчонки. И у меня далеко не самое широкое лицо. Боюсь представить круглоликих девочек с этой маской, да? Не хватает. Совсем не хватает. Смотрите, как много не хватает, да? Вот этим участкам уже тоже нужен уход. Поэтому сразу минус пока. Будем смотреть по эффекту. Так, разглаживаю. Вот насколько она у меня на волосы залезла, блин. Да. Ну ладно, хоть на лице разгладилась. Вот тут я люблю надрезать, чтобы прилегало плотно. Но у меня сейчас ножницы с собой под рукой нет. Сейчас за зал приду и надрежу. В общем, тут вообще на глаз находит, хотя одела ровно, видите, вот прям на глаз находит. Лекало совсем неудобно, недоработанное, не нравится. Ладно, буду носить, посмотрим по эффекту. Сыворотки там, кстати, достаточно много. То есть можно еще на ручки вылить, помазать декольте, остатки. Только декольте, мне вообще на все тело хватило, вот все блещу. Ее там еще много. Это, конечно, хорошо, но лекало трындец. Раз, два, три, елочка, гори, снимаем. Ну, такая липкая, капец, но уже не такая влажная, совсем не такая. Ух. Кожа не такая липкая, как маска, но липковатая. Такое ощущение, что много-много силиконов, как, собственно говоря, и в креме Beauty Lab. По эффекту. Сейчас я к зеркалу ближе подберусь. Гелевые маски вообще нравятся. Все практически. Потому что после них кожа упругая. После этой тоже. Тон ровный. Ну, морщинки не могу сказать. У меня есть на лбу. Она как была, вот так и есть. Вы ее видите. Вот она. Никуда она не делась. Соответственно, это все понятно. Разгладилась слегка кожа, да? Слегка разгладилась. Ну, вот слегка прям. И вот эта вот сыворотка, да, жидкость, не знаю, как ее назвать, которая в маске, она таким плотным слоем лежит, она ощущается на коже. Надеюсь, сейчас все впитается, не будет утяжелений, завтра не вылезут подкожники. Расскажу обязательно. Вот. И что? В целом все хорошо. Как база под макияж эту маску не рекомендую, потому что я уверена, что вот будет тональный крем скатываться, если только вот опять же подождать какое-то время, когда она полностью впитается, и вот это вот ощущение, оно уйдет, да?
А так, в принципе, все хорошо, мне нравится. Потому что если брать, допустим, тканевые маски Фаберлик, которые вот эти разноцветные, там мне ни одна не понравилась вообще ни о чем. Здесь нет, здесь эффект определенный есть, чувствуется, как будто, правда, силикончиков много. Кожа такая гладенькая-гладенькая, увлажненная, прям вот, прям увлажненная. То есть, если у вас сухая кожа, она прям эту маску будет впитывать как влагу, вообще очень здорово. Вот даже катается что-то, да, уже на лице. То есть много. Вот так рукой провожу. Не знаю, видно вам или нет, но скатываются частички. В целом очень неплохо. Очень неплохо, да? В целом. Но я боюсь, как бы поры не забивала. Посмотрим. Вот она как выглядит. Гель. Такой гель, гель, гель. Интересная такая консистенция. Нет, хорошая масочка, хорошая. Очень хорошая. Ну, надо ей дать время, да? Я бы вот такую с утра, наверное, не рискнула делать. Посмотрю, в общем-то, сколько это все дело впитается, как будет выглядеть кожа. Завтра утром с вами встретимся, будем продолжать марафон масок Beauty Lab. Затестируем их все, сделаем выводы, надо оно или нет. Потому что, ну, они не совсем бюджетные, скажем так, да? День второй, сегодня у нас с вами другая маска. Что по предыдущей? На утро не забились поры, кожа выглядела хорошо, увлажненной, упругой. Она, в принципе, до сих пор такой выглядит, хотя я уже как бы макияж наносила, умывалась. Очень хорошо, мне понравилось. То есть эффект такой достаточно пролонгированный. Повторю ли я ли эту покупку еще раз? Да, скорее всего, повторю. Я посмотрела, с моей скидкой 26%, эти маски выходят 110 рублей. Не сильно бюджетно, но и не сильно дорого, поэтому так вот побаловаться можно, взять, повторить. Эффект мне очень понравился. Сегодня у нас с вами будет... Знаете, какая? Вот такая вот. Кислородная экспресс-маска для лица, идеальный тон увлажнения, которая у нас с вами пузырящаяся. 10-15 минут ее нужно. Лицо у меня хорошо уже очищено, сделала глубокую чистку. И теперь вот эту масочку, артикул 0234. Поехали. Очень странная маска, скажу я вам. Лекало опять такое же узкое, да? Но не настолько длинное, как то. И у меня руки все зеленые были, пока доставала ее. То есть вот эта штука, она зеленая. Она прям такая зеленцевая сыворотка сама по себе. Короче, Шреком потом, Фионой потом буду. Вот эту сыворотку я уже не знаю, я, наверное, боюсь на тело выливать. Потому что вот эта зеленая сыворотка, не могу прочитать, боюсь разлить. Не использовать на раздраженные, так это понятно. Результат ровный тон и сияющая увлажненная кожа. Увлажняющая, очищающая тканевая маска, пропитанная концентрированной сывороткой с экстрактом зеленого чая и сахарного тростника. Что я вам сказала, пенящаяся, зачем, не знаю. Хотя она пенится. Она правда пенится, видите? Но не везде. Пока лоб и вот тут, сбоку. Она пенится. Очищает, сужает поры, способствует глубокому увлажнению, выравниванию тона кожи. Нанесите маску на сухую чистую кожу лица, ставьте на 10-15 минут. Удалите маску, остатки кислородных пузырьков, вмассировать в кожу лица, а потом смыть водой еще надо. Не люблю, когда маски надо смывать, я не буду. Ай, завалилась. Если можно вмассировать в кожу лица, то значит можно и сыворотку нанести куда-нибудь еще. Да? Вот где плохо, наверное, прилегает, там не пенится. Да, вот она пена, видите? Такая вот. Вот здесь прям много уже. Интересно, ну ладно, 15 минут засекаю, потом посмотрим, как она выглядит, эта сыворотка. Я ее выдавила на руку. Смотрите, какая она яркая. Трындец. На кожу, конечно, носить была так себе идея, потому что она постоянно пенится, как маска из серии Global Oxygen, да, и так когда руку еще это несла, она пенится, пенится и растирается вообще. Ну что, добро пропадать. Если надо будет стереть, сотрем потом. Липкость, конечно, сильная, но сейчас посмотрю, может, впитается. Видимо, она уже пенится, так, блин, липкость сильная, слушайте, вообще. Рука просто прилипает почти как на момент. Пенится уже так она хорошо, видите? Поэтому, может быть, и нужно будет смыть, посмотрим. Уже прям пены, ого-го, как, смотрите. И пузыречки лопаются, это такой своеобразный массаж кожи, здорово. Задумка очень классная на самом деле. Носим дальше. И тело перестало липнуть. Ну, тут еще липнет, а по рукам я распределяла, уже не липнут. Сюда у меня прям много попало. И кожа гладенькая такая, после этой сыворотки гладенькая такая, знаете, здоровая, лоснящаяся, классно. На минут 20 уже прошло, но она еще пенится. Давайте снимать. Написано 10-15 минут, я тут полно, видите? Так, куда бы ее положить-то, господи, пенящуюся такую зеленую. Вот, видите, зелень на лице. Написано втирать. Втирать, когда она пенится, очень здорово, да? Почему думаешь завтра? Может, сегодня уже? А зеленая будешь. Угу. Чем такая зеленая? Наверное, все-таки смыть. Ну, не смыть, я вот этой вот
губочкой фаберликовской намочу и пройдусь. Пока помассажируем, втираем пузырьки до их исчезновения. Именно пузырьки, да, не всю эту массу. Потому что в итоге ее на лице получится очень-очень много. Вот сейчас пузырьки перестанут лопаться. Мы ее с вами смоем. Прям очень липкой, прям такой, знаете, ощущается на лице таким слоем невероятно жирным. Некомфортно. Я тоже такой хочу. Не, хотя такие маски я тебе точно делать не дам. Почему? Мы тебе другие купим. Просто какие-нибудь увлажняющие. Почему? Тебе такие еще рано. Почему? Ну вот вроде все везде полопалось. Сейчас намочу варежку и смоем, потому что прям капец. Вытираем и смотрим на эффект. Зеленая аж, видите? Прям зелень. Зелень, зелень. Прям вообще. Слушайте. Ой, так хорошо, когда ее смываешь. И маски интересные. Чего я их раньше не пробовала, здесь тоже сотру. То еще липкость присутствует. Так, сейчас будем смотреть на результат. Ну что, девчонки, действительно тон выровнен. Кожа такая свежая, очень гладенькая, лоснится, увлажненная, упругая. Классно, мне нравится. Вот от этих масок я вижу эффект. Поры, поры, поры. Чистые. Чистые поры, чистые, как бы все нормально, все хорошо. Липкость кое-где еще присутствует. Хотя все так основательно смыло, а все равно кое-где присутствует липкость. Не хочется оставлять на лице, не очень комфортно. То есть освежиться вот так вот моментально, да? Масочки очень даже неплохие, слушайте. Прям кожа очень увлажненная, очень гладенькая, как будто... Ну, хотя я перед этим минеральную чистку, конечно, делала здесь, не могу на маску сослаться, но она увлажненная, она красивая. Когда мы это все убираем, она, по сути, в принципе, заматированная, да? Но есть какой-то вот этот блеск и лоск свежей, здоровой кожи. Мне нравится. Вторая маска тоже нравится. Слушай, даже не могу пока выделить, какая нравится больше. Но первая больше нравится гелевая по использованию, потому что вот таких вот заморочек не надо, как бы, да, и вот этой зелени нету. А вторая, после нее тоже очень кожа хорошая. Ну что, завтра будет третья. День третий, завершающий, и сегодня у нас с вами маска черная, термоядерная. Нет, на самом деле кислородная экспресс-маска для лица, матирования и очищения. Артикул 1043. Что касается маски предыдущей, зеленой, а-ля Шрек, да, гелевая гораздо лучше, вот по мне. Потому что потом, по факту, после того, как я все это смыла, мы с вами посмотрели, была сухость. Была сухость, да, личико было чистенькое, все нормально, но была сухость и стянутость. От гелевой прям все было шикарно. И на утро как бы эффект от этой маски я не видела. А от гелевой даже на утро видела. Поэтому давайте делать с вами теперь эту. Быстрее, она уже пенится начинает. Это самое удачное лекало. Во-первых, она у нас черного цвета, потому что здесь много надрезов. Его можно ровненько положить, хорошо. Оно практически до конца. Оно больше, чем другие лекала. Над этой маской лучше поработать вот здесь надрез. Вот здесь надрез посередине. И, соответственно, вот здесь все эти надрезы. Так, нос только чуть-чуть коротковат. А ведь нос нам с вами как раз... Не завернуто? Нет. И нужно очищать лучше всего, да, где у нас черные точки, потому что маска заявлена как матирование и очищение, да. Она начинает пениться активно, прям активно. И 15-20 минут написано, ее нужно держать, а потом удалить пузырьки, написано было, да, с помощью воды. Вот. Поэтому вот так. Сегодня я не Шрек, сегодня кто ее, девчонки, напишите. Вот матирование, очищение, вот опять лекало хорошее, но если там нос свисал на тех масках, где не нужно очищение на носу и такое супер увлажнение, то тут наоборот. К лекалу вообще придраться не к чему, кроме носа, нужно подлиннее. Потому что нам с вами эта зона очищения требует больше всего. Правильно? Конечно, правильно. 15-20 минут ходим, потом посмотрим. Ну что, пришло время снимать маску, она еще пенится, правда, 20 минут уже прошло, прям пенится так хорошо, столько много пены. Давайте смотреть, что по эффекту. Нам с вами нужно остатки пузырьков, написано, смыть, даже не распределить, как в предыдущей маске, да, а смыть. Поэтому беру опять свою любимую варежку и смываем. Что могу сказать по факту? Лицо действительно чистое, есть легкий подсушивающий эффект, поры чистые, какой-то румянец появился и какой-то легкий выбеливающий эффект. То есть вроде как бледненькое, но с румянцем какой-то выбеливающий, да, есть эффект однозначно. И окончательный вердикт. Из этих трех масок я повторю только первую, гелевую. Ее я советую обладательницам возрастной, сухой и нормальной кожи. У меня сейчас нормальная, потому что, боюсь, жирная кожа может потом высыпать. Вторую маску а-ля Шрек
Я бы, наоборот, порекомендовала обладательницам жирной кожи, потому что был стягивающий эффект. Вот от этого сейчас тоже легкий такой стягивающий эффект на лице есть, хочется что-то нанести. Да, так же, как от предыдущей. Вот эту маску тоже обладательницам жирной, комбинированной кожи. Ну, и нормальной тоже можно, потому что чистится и нормальной кожи тоже нужно иногда. Да и сухой тоже. Ну, вот так в целом впечатления какие, да? Есть вот легкий стягивающий эффект. И вот прям, чтобы классный эффект, так я могу сказать только про первую гелевую маску. Про эти я не могу такого сказать, про эти две, да, пузырящиеся. Возможно, что-то в них и есть, но моей коже на данный момент вот больше понравилась гелевая, потому что после нее она прям лоснилась, лоснилась на утро, и была прям классная, напитанная, как после какой-то салонной процедуры, да. Вот. Так что вот так, мой хороший. На этом видео буду заканчивать. Надеюсь, вам со мной было интересно. Наконец-то мы с вами разобрались в масках Beauty Lab. Я теперь для себя точно решила, какие из них мне нравятся, да. Всех люблю, целую, всем пока-пока. И ссылка на регистрацию, кстати, в Фаберлик всегда под видео. Проходите, будем общаться. Берегите себя.